Добрый день, друзья! И давайте посмотрим на демку игры Inferni Hope and Fear. Можем выйти персонажа. У нас есть охотник. Есть товарищ в коже. Панацея. Демон Трикстер и мадам Удача. Что у нее есть? Выкладывает зеркало на 5 секунд. А, и мимик получает эффект двух соседних. Давайте берем до начала охотника. Когда вы кастуете какой-то выстрел, который носит урон, добавляем, что при столкновении носит еще 2 урона. Когда мы побеждаем врага, тянем карту. Окей. Поехали. Как непривычно. Так. Так, время идет. Давай искорку. Искорку в тебя. Жух. Так, у меня пока никто не играет. Поэтому давай 7 урона в тебя. Так, при столкновении. Давай ярость наложим. Так, молния. Давай в тебя. Ой, неприятно, у меня куча всякой гадости летит. Так. 5 урона. Ну давай в тебя же. Еще 5 урона. Кастуем, 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 кастуем. Окей, полетели в вас. Ну что-то у меня мало здоровья остается. О. Мой здоровье становится 56. Ладно, я не против. Давай на тебя ярость скастую. Тянем новые карты. Окей. И еще лечение. Можем лечить нашего союзника. Здесь уничтожим это заклинание. Еще лечение. Давайте больше лечения. Он медленный. Тут отскок. Заморозка на 15 секунд. Может быть полезна для контроля. Все темные карты пусть бросит. Последняя. Эта штука каждые 5 секунд. За каждого союзника, который уменьшает жизни, чем у меня, и теряет одну жизнь, они получают жизнь. Ну, давай возьмем. Им будет 10 или больше жизни, я тяну. Лечим тебя. Пусть там сбрасывает свои карты. Так, еще 7 урона ему. Давай.
Так, ты ничего не делай. Замри. Так, лечи ветер на нас. Ничего, сейчас подлечимся. Лечимся, окей. Так, это нам пока не надо. Возвращаем заклинание, к нам 42 здоровья дадут. Окей, можем оживить. Ты что нам хочешь? Все карты света? Давай-ка мы тебя обратно отправим. От тебя. Лови. А, ну тут уже мы побеждаем. Даже никого оживлять не приходится. Пока побеждаем. Где? Какое оно непривычное, конечно. Так, нам сейчас подлечат. А мы все-таки в тебя. Так, 20 урона. Целевому игроку. 20 урона это много. 20 урона тебе. Так, выбери судьбу. Когда ты получаешь урон, создает. Ну давай, меня будут бить. Поэтому в них, когда будет ответочка идти, это неплохо. Что можем еще? Лечить кого-то на 10. Вместе 20 урона. Если у меня здоровье меньше, чем 30. Ну давай. Дыхание смерти. Так, чем дольше эта карта у нас, тем больше урона будет наносить. Пусть будет. Темные карты пусть сбрасывают. Лечащий шторм тоже пусть будет. Давай. Тебя. Продолжай. Так, тебя мы заряжаем. Я пробую уже от тебя избавиться. У нас 3-4 здоровья. Вылетит большой-большой страшный заряд. А, ну вот, эти заряды по 10 летят. Вас должны, по идее, добить. Мы также хотели бы, наверное, штормик разыграть. Ой, кажется, кто-то умер. Кастуем, кастуем. 3, 2... Ага, его оживили. Давай, лечащий ветер. Ой, сейчас у меня летит, прилетит всякой гадости. Так. У вас останется все чемпионы. И эта игра выходит в ранний доступ с 1 июля 2024 года. Если вам она понравилась, можете добавить ее в список желаемого. Ну а мы, наверное... кнопку играть снова и посмотрим, как у нас играется, если у нас будет кто. Так, когда мы теряем 10 или более жизни, тянем карту, контроль жизни достигает нуля, воскресаем с 20 жизни, но камень воскрешения у нас уничтожается. И как мы получим отражение на 5 секунд, это интересно. Когда мы получаем 10 или больше жизни, тянем карту. Каждые 5 секунд, за каждого союзника, у которого меньше жизни, чем у меня, мы теряем жизнь, а они получают жизнь. Так, и ты, когда заклинание, которое кастую, заставляет игрока забросить одну или больше карт, мы получаем жизнь. Когда заклинание заставляет меня сбросить одну или больше карт, я тяну карту. Ну, идем. Госпожу удачи. И попробуем в тренировочном режиме
потому что так как уже фестиваль Steam Next Fest закончился, вряд ли мы кого-то сможем найти, поэтому тренировочный режим. Поехали. Так, у нас есть Counterspell, что забавно. Так, ты что там, наверное? Все темные карты заставляют сбросить. Так, слышь. Давай там. Плащ. 9 урона. А, смотри, оп. Обратно полетел. Можем оживить, но оживление нам пока не нужно. Слышь, давай обратно. Свои 9 урона. Так, у нас пока ничего не летит. Так, хотя ладно, вон летит одержимость. Пусть нас сбросит все карты света. Оживлять игрока нам не надо. Искорку в тебя. Ну давай разыграем. Оп, заморозили нашего союзника. В принципе, можем тебя отменить. Давай тебя отменим. Так, у меня 90 здоровья. У моего союзника 31, что не очень хорошо. Так, у нас что-то наш на 12 летит. Это неприятное. Можно нам что-нибудь, что позволит противодействовать этому? Так, 15 секунд, эта штука долетит до меня быстрее. Что-нибудь, какую-нибудь отмену, пожалуйста. Что-нибудь, я сейчас... Да. Не смогу ничего сделать. Ладно, тянем карты, и не только. У нас есть штучка с жизнью. Когда мы получаем урон, лечим 20 здоровья. Затем он уничтожается. Вот заморозку можно взять. Что у нас есть еще? Сделка с дьяволом. Тянет две карты, наносит ему 5 урона. Дайте ему возможность потянуть карты. Такое. Пусть он бросает все темные карты. А, заморозку возьмем. Здесь еще больше заморозки. Давайте отмену. Так. Перчатки. Он получит жизнь, когда он будет заставлять сбрасывать карты. Нам даешь, а мы теряем 10 или больше жизни, еще больше карт будем тянуть. Вот эта штука нравится. Заряжать нашу карту и пусть не сбрасывают все карты света. Каждые 5 секунд лечить его ценой своей жизни. Давайте больше заморозочки. Больше набора карт. Так, в этом можно отменить. И тебя забери, пожалуйста. Чё он не хочет? А. Ну давай... Так. Надо было раньше колдовать, конечно. Но ничего. Погнали в тебя. Искорка. У кого сколько заклинаний? Заклинаний у кого практически нету. Так, отменяем. Здесь 7 урона. Незачем. Так, ты чего это упал?
Ну ничего, скоро встанешь. Оба в тебя. Да, не в того нацелились, конечно. Ой, сейчас нас прилетит всякая гадость. Ладно. Дружище, вставай. 7. Ну мы с тобой, наверное, разберемся. Да, ты как раз, когда ты встанешь, тебе, хочешь сказать, прилетит. Это будет неприятно. Заморозка пришла. Что мы можем взять? Лечащий шторм. Так, давай дыхание смерти, у нас мало здоровья осталось. Мимик. У нас мимик вот так уже есть. Чтобы он бросал все свои карты света. Ярость. Да вот, в обоих противников. Врагов. В заморозку. Уничтожить заклинание врага или заморозку. Давайте плащик на себя. О, ревайв есть. Годится. Так, сперва надо разогреть на себя плащик. Так, дальше оживление. Ну? Не? Ну, давай так. Ну, заморозку надо было играть. Ой-ой, сейчас у меня прилетит же. Я же не справлюсь. Контр. Оживление. Оживление. Ой, нас заморозили, да. Все. Все потеряно. Что ж, мы старались. Но это оказалось сложнее. Но мы смотрели на игру Inferni, Hope and Fear. Большое спасибо за просмотр. Увидимся!